Hey, yo, guys, с вами Шимики, и мы продолжаем проходить игруху под названием Соль и Святилище. Так, я сохраню... Ой, стоять, нужно снова у Святилища. Плюс еще одна фляга. Теперь, что мы делаем? Мы с... Так, у меня же есть, да? Стаканчик с светом. Так, кто его продает, я уже не помню. Сосуд света. Ладно, возьму две. Да, купить. И благородную страницу. В принципе, у меня денег. Но я их только не использую, да, это минус. Но все же. Готово. Так, поехали. Так, мы убили с вами в прошлой серии гигантика одного. Теперь вот что мы с вами делаем. Отправляемся чисто на правую сторону. И у нас идет две развилки. Первый, мы можем пойти туда, где я думал, идти ли тут нам туда или нет. Я думаю, можно пойти. Плюс это не очень страшно. Глотка... Так, стоять. Нужно про него прочесть. О, у нас же еще это. Ловец сердец. Неудачный опыт алхимии, который хотел сварить какие-то... Так, любовное зелье, но не спрятавшись заданием... Правившее задание, всякий, кому не повезло выпить варево, обращается в отвратительную тварь. А жажда любви превращала все поражение сердца в сияющий глаз. Так, кто еще у нас был? Пять раз на нем умер. Истязатель. Истязатель из красного зала клеток. Никогда не прочь принимать свой тяжелый красный тесак. Разреша плоть одних... Так, одним ударом. Короче, он мощный. Рвотник. Злобный малый карикан. Этих мерзких тварей влечет к... святилищам гниения и человеческим выделениям, из которых состоит их рацион. Короче, не дерьмо наше жрут. И больше в основном там ничего такого новенького у нас нет. Так, стоять. Так, у нас есть 8 штучонок. Поехали. Выбрать символ. Отлично. У нас плюс еще одно святилище, ребята. Древо навыков. Повысить уровень, сделать подношение. Маг и наемник. Наемников... Ладно, повышает эффективность блокирования блоки, с которым вносится атака. Повышает силу магии в области, которые... Блин, ладно. Не суть, мне нужно... А, не, стоять. Ну, нормально. Тогда идем сюда. Посмотрим, что здесь нас ждет. Так, надеюсь, вы понимаете, зачем я это делаю. Союз огня и неба. Как мне вернуться? Ну, в принципе, с помощью колокольчика. Ага, вот как все это происходит. Я думал, когда я далеко отхожу. Отлично, значит, нам нужно будет еще в одну свет... Хотя, пускай оно лучше у меня хранится. Клинонос сосуда. Или что я юзал? Так, да, глиной сосуд, походу. У нас с вами силу нужно... Так, прокачивать. Так, одеться. Отлично. Просто у меня... Блин, нужно было в легких доспехах. Был бы, знаете, рыцарь с мечом и в легких доспехах. Так, мы с вами поднимаемся сейчас наверх. Пока не знаю, стоит мне раздеваться. Влияет ли на самом деле броня хоть на что-то. И баш... Блин, нет. Так, стрелы. Да-да, попрыгай. Ага.
Можешь ко мне спрыгнуть, пожалуйста? Давай. Ты поймешь, тебе не попасть, пока я под тобой. Ладно, окей. Ай. Больно. Так, ухо. Ухо, ухо, ухо. Так, не нравится мне это место на самом деле. Ну ладно, пойдем. Зеленый ключ мы использовали. Блять, я помню это место. Так, там святилище наверху. Так, нет, стоять, я не помню этого места. Здесь, в принципе, можно пополнять фляги. Черт, зачем я это сделал? Там враги восстановились. Ну и ладно. Так, сюда, походу... Да, сюда только, получается, через это вернуться можно и прийти. Давайте тогда я спущусь вниз обратно, где я был. И-и-и. Если там никто не восстановился, это хорошо будет. Это будет для меня хорошо. Мы пойдем сейчас наверх, посмотрим, что там. Так, наверх только отсюда можно попасть. Так, вот это лидера. Да ладно тебе! Да ладно тебе! И как мне теперь через эту херь? Я не могу отхилиться. Нужна стамина, чтобы быстрее восстанавливалась. Ай-яй. 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 Так, успел. Так, мне, короче, нужно, походу, убегать. Тихо, тихо, тихо. Вставай, вставай. На! Идеально! Минус второй босс. Минус второй босс. Плюс до хера голды. Вон на что. Ну, знаете, я справился, поэтому как-то так. Так, отдыхаем. А, я не могу здесь... Ё-моё. Ладно, не страшно. Это дело не страшно, это все делается так. Так, ЦГГ. Теперь мне нужно вернуться обратно очень безопасно. Ладно, у меня есть фляжки. Плюс с помощью фляжек. Ну, короче, апну уровень и как раз смогу еще себе повысить. Зараза. Вот зараза. Кажись, я попал. Да-да-да, попрыгайте мне тут. А они за мной побегут, это 100 пудов. Так, здесь спрыгать опасно. Так, вниз, вниз. Ага, теперь вопрос. Поднимусь ли я там потом обратно? Отстаньте!
Молодцы. Останьте, ё-моё, они на вигиле, они постоянно за мной бегут. Останьте, все. Опять раздеваться. Получается, что да. Не, ну зато мы убили двоих боссов, замечу. Теперь главное мне не подохнуть, когда я буду отсюда влазить. Это очень важно. Главное не сдохнуть. Фу. Чё, народ? Минус душа. Минус 8к. Гг. Пойдемте их забирать теперь как-то. Пока вопрос теперь открывается как. Это теперь жопа. Это народ жопа. А, стоять. Это не жопа. Я не помню, спускался ли я сюда. Я сюда падал. А что, здесь я не заходил, да? И я не пойду туда. Не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. Так, одеться. А, я не могу на лестницах одеваться. Идеально. Поехали. Ну, я сейчас скажете, а тебе все равно сейчас раздеваться, я это понимаю. Но мне нужно хотя бы как-то души вернуть свои. Хочу я этого или нет? Так, на этот раз лучше не спешить, мне кажется. Ой, фух. Ой, фух. Я думал... Что это такое? Что это такое? Это могилка? Странно, окей. Так, теперь можно одеться. Теперь можно и... вернуть себе одежку. Так, давай, давай, подбираем вещи. Прыгать я высоко не могу. Минус, что из тебя выпало? Яд. Ладно, не страшно. Нет, мне тоже как бы сейчас уже не нужны. Так, сейчас я не понял. Прикольно. Каев. Так, ладно. Тогда как-то так, да? А, смотрите, платформы не ломаются, если на них довольно недолго стоять. Так, тебя забираю. Да, если я сейчас грохнусь, я буду... Я разные... Откуда начинать? Так, сразу в минус. Минус.
Так, остается только подняться. Отлично. Великолепно. Так, повысить уровень. Великолепно, великолепно. Душки, душки вы мои. Древо навыков. Так, да. Теперь я могу еще одно святилище сделать своим. Ну, сейчас этого делать не буду. Что значит вот это? Почему оно... Или они все зеленые были стоять? А, это ж... Я ж их вообще не прокачивал, точно. Так, куда мне двигаться? По доспехам? Выносливость скачивать. Сложный выбор. Я думаю, пока что нужно остановиться, прокачивать ненужные. Так, что это? Хотя броня второго... Броню второго можно вкачать на раз. Повторюсь, на раз. Так. В принципе, ладно, пускай пока будет так. Пускай будет пока что так. Ты. Переместиться. Блин, теперь понимаете, где что? Так, помещено. Ага, все-таки да, я помещаю всех сколько хочу. Отлично. Затопленная крепость. Фигурок всего вот несколько. А, не, нихера. Ше крепость. Затопленная крепость, поехали. Да, здесь я был. Так, это не та, куда мне нужно. А чё сюда не пришел стоять? Это что? Вот я дурачок. Я ж новое святилище открыл, а я про него уже забыл. Крутотень. Просто великолепно. Я умничка. А ну. Ну да, что-то... Почти там. Пипец, золото 1500. Так а на что мне потратить, принц? Да не, это возвращаться до хера долго. Чё, гоните? Я могу вернуться, понимаете, и... Именно назад-назад самый. И пойти к тому челику, который продает всякие, ну, рецепты для улучшения. Я могу к нему сходить. Так, 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 так. Ух. Своих порвало. Да не пуляй же ты меня. Все равно заблокую атаку. КП, ладно, нормально. Теперь только мне осталось вспоминать, где я был и где я не был. Так, здесь я наверху поднимался, потом выше, вот там святилище. После святилища здесь был босс. Нет, босс. Здесь был босс. Нет, не здесь. Опа-на. Здрасте. Приветствую, друг. Пришел поболтать? Со мной ты можешь безумок... Так. Безумнее стать. Вечка, факел, огонек. Утонул твой мужичок. Где я был? Там меня нет. Вверху, вверху вниз, опять наверх. Злато, камни, два гроша и разбитая душа. Хочешь также вверх ногами погулять,
Ага, я понял. Под облаками поясок, платок в кармане и могилка в океане. Да? Ну так не бойся, дай руку мне. В оружии сила, а мощь в клейме. Бледность, сухость, жар, безумный и безжалостный думы. Так, он вверх ногами стоит. Клеймо головокружения. У меня есть. Чувствую я... Теперь я могу юзать эти... статуэточки. А куда клеймо это повесилось у нас? Опа-на. Повышает силу. Так, показать местоположение. Так. У меня несколько колец. Хорошо. Повышает волю. Мне нужно силу поставить. Уменьшает эффект ранений. Повышает количество соли, получаемой из убитых. Делаем сейчас вот как. Сюда ставим колечко это. Сюда силу. А это что? Устраняет дисбаланс стихий. Дисбаланс стихий, я не знаю, что это, ну. Так, воля стоит. Нужно колечки, и все будут некоторые попродавать. Вау. Ага. Прикольно. Действительно прикольно. Теперь я могу уходить по воздуху, ребята. Это innovation. Ох, думаю, плохо, что... Стоять. Неужели это срез наверх? Именно наверх-наверх. Гнойный банкет. Здорово. Купить. Тебя покупаем. На-на-на-на-на. Хотя не-не-не-не. Или да. Нет, нет, нет. Так, мне оружие добавляет к нему атаки, урон от тьмы. Допустим. Урон от тьмы, да, купить. У него много брони новой. По два куска за штуку, да? А она весит до хера. Очень до хера. Ладно, поехали. Навряд ли я потом об этом пожалею. Уйти. Так, теперь поставим сюда то, что я купил. Класс. Нагрузка у меня большая. Прикольно. Прикольно. Что еще сказать? Охереть. То есть я теперь не могу ее носить из-за своего перевеса. Ну, зато я сейчас сделать могу вот как. Так. Так, шлем сюда. Ну, эту одежку можно и такой одеть. Более прикольнее буду выглядеть. Или летучки. А ну, поехали. Вау. Так, новая одежка. Замечу. Так, ладно, хилимся. Да, это поднимаюсь.
Какой-то св... Ага. Все, вспомнил. Так, поехали. Да, все остаются. Так, готово. Значит, стоять. Древо навыков. У меня носение брони какой? Тройка, да, есть? Значит, мне нужно нагрузку увеличивать. Довольно ее увеличивать хорошо нужно. Из-за вот этой хери перегрузом. Так, надо чего? Улучшить. Меч. Я могу копье еще взять. Нет, я не знаю, где эти фигурки. Готово. Так, нет, стоп. Готово. Что мы делаем? Так, одену шлем этот. Заходим и смотрим. Это херня. Вот этот шлем более такой. А как он выглядит, мне интересно. О, он более прикольно выглядит. Но этот скрывать лицо, этот поприкольнее будет. Броня. Давайте я просто, короче, сделаю так. Прикольно выгляжу. Теперь сверяем. Так, ладно, это все на продажу. Звука. Все. Возвращаем все, что было. Так, готово. Продать предметы. Легкую броню я носить не могу, поэтому ее сразу на продажу. Так, стоять готово. Так. Так, ну шлем теперь, по сути, буду этот носить, поэтому... Как-то так. Могу я броню еще надеть? Перевес. Перчатки. Перевес. Перевес. Хорошо. Продать предметы. Продаю. Продаю. Легкая это вообще не для меня. Штаны, штаны. Я не знаю, весит оно что-нибудь вообще, то, что оно у меня находится здесь. Или нет? Топлозельт. Топлозельт. Так, ну это я оставляю. Вот это я все пройду и получается. Так, щиты. Молот. На продажу. Помойка. Короче, лук я, походу, вообще не буду использовать. Коса. Посмотрим. Пускай будет. Так, пускай будет. Вы. Да ладно, тоже пускай лежит. Готово. Теперь купить. Колокольчики возврата. Готово. Ступай. Говорит он мне. И-и-и-и-и. Первый. Клейкон-циклоп. Чудовищный одноглазый клей-клан. Клей-кланы – древние морские демоны, о которых то и дело говорят, но которые мало кто видел. Море. Бескрайнее, страшное и гиблое место, и когда моряки в нем пропадают, это сразу вызывает слухи. Так, дерьмо, дерьмо, дерьмо. О, где новенькие? Еще один босс, по идее, должен быть новенький, да? Опа, тихо. Фальшивый шут. Огромный клейкан, так неизвестной формы. Он принял свой нынешний облик для того, чтобы... Выслеживать и ловить. Так. Выслеживать, ловить и сажать на кол
искателей приключений, которые ищут настоящие шута. И все. Так, и того у нас. Много вещей, которые я не юзаю. Картошка. Уберу ее. Беру ее. Да и в принципе все. Так, а сколько сфер? Мне нужно сферы где-то брать эти. Клеймо. Я ж одну сферу подобрал, разве нет? Сфера жемчужина, это не то. Я подобрал... Ладно, не суть. Так, нанять. Могу я теперь нанимать? Или это все-таки... Ладно, магазин. А нахер твое яйцо, уйди. Так, выучить молитвы, фигня. Плюс дофига стоит. Сосуд света. Помню, покупал я тебя или нет. А я не могу, да, их выгонять, как я понял. Я вот это бы выгнал. Наемника. Ладно, благословение. Давайте тогда на этом закончим, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.